очень сильно испугалась. Список планов. Черт, я думала, у меня будет больше пунктов, которые я сделала. Всем привет, меня зовут Настя Анастасия. Я очень быстро записываю это интро, потому что у меня есть буквально 5 минут на то, чтобы это записать, и еще на то, чтобы одеться, собраться и так далее. Буквально несколько минут назад я забрала посылку, которая мне пришла. Я думала, что их будет 2, и что я наконец-то заберу все посылки, которые мне должны были прийти, но в итоге я пошла ради одной. А я ненавижу ходить на почту, поэтому я немного сожалею об этом, но... Здесь штаны, насколько я понимаю, и я хочу попробовать составить с ними образ, поэтому я сейчас их распакую и что-нибудь придумаю. После этого я поеду в торговый центр, и там я встречаюсь со своими друзьями. Так что приятного просмотра, и не забывайте подписываться на канал. Всё. Peace. Знаете, мне кажется, я не учусь на своих ошибках, чтобы вот я еще раз в жизни заказала штаны с Китая, вы понимаете? Это такое несоответствие размеру. Может быть, отдать какому-нибудь маленькому другу? В принципе, они, наверное, прикольные, я не знаю. А зачем я потратила время? Мы встретились. Пока только вдвоем. И сейчас зашли в Золотое Яблоко. Тут так много народу и такая громкая музыка. Я покрасила вчера волосы, Роза, как тебе? О, я заметила. Да? Мне ничего не сказала при этом. Чё, их чуть-чуть? Нет, я сомневалась. Я еще подстригла. Да, чуть-чуть. Это типа она aesthetic girl, ходит, что-то ищет. Давай люксовую косметику, давай. Как будто бы я реально... Давай. Luxury girl, rich girl, aesthetic girl. Эффектно поворачиваемся, тут Анастасия смотрит какие-то духи Prada. О май гад! Кстати, пришла Марина и Роза. Марина и Роза. Наш обед. Мы едим что-то вьетнамское. Девочки взяли супчики, немы. Еще у нас булочки есть вот такие вот. Чай же тебе можно? Да. Мой тоже пей. Из-за того, что я сейчас лечу желудок, сижу на специальной диете, и поэтому мне нельзя есть многие продукты, мне нельзя и жареное, жирное и так далее. Поэтому девочки идут туда, куда мне можно более-менее, и пытаются меня накормить хоть чем-то. Мы сейчас покупаем bubble tea. Я сейчас просто на картонах сижу, снимаю видео для вас. О, тут есть новогоднее послание, кстати. Если вы хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей сначала свое хорошее настроение. Я боюсь просто промазать. А? Так, здесь так много тапиоки. Ну, это такой, ну, обычный чай с сахаром. Чай с молоком. Угу. Мне нравится. Мы сейчас с мамой приехали в Окей. Дело в том, что мы празднуем Новый год с друзьями у меня дома, и поэтому я ответственная за такие основные моменты по типу какой-то нарезки, алкоголя и так далее. Я только что поставила телефон, хотела записать для вас видео, как я беру виноград, и он провалился туда.
на 3 ряда вниз. Я думала, что он вообще упал куда-то, что мне придется просить сотрудников достать телефон, но слава богу, что он оказался на самой нижней полке. Я очень сильно испугалась, и я больше так не буду делать. Я вообще не видела, что там есть дырочка. О, боже мой. Я, слава богу, наконец-то нашла место без людей, потому что сейчас в магазине очень много людей. Раздражает, на самом деле. Я один мужчина чуть не сбил тележкой. И типа такой... Спасибо, бро, спасибо. Да что ты не бро мне. Ты не бро мне после этого. Вау. Вот что-то такое я хотела приготовить, когда готовила имбирное печенье. Всем привет! Сейчас уже 6 часов вечера. Мы приехали домой, я пообедала, отдохнула. И сегодня по планам я буду запаковывать подарки для своих друзей. Я тут поняла, что в этом году я действительно наслаждаюсь подготовкой к Новому году. В прошлом году все было намного сложнее и намного стрессовее, и мы переезжали в эту квартиру только. Сегодня 28 декабря, и я уже запаковываю подарки. К примеру, в прошлом году я запаковывала подарки прямо в тот момент, когда у меня в соседней комнате уже сидели девочки, и я для них запаковывала подарки в этой комнате. Вот 2 пакета подарков. Также лента, которая осталась с прошлого года. И здесь у меня есть упаковочная бумага и декоративный скотч. Я постараюсь аккуратно показать эти подарки, потому что, скорее всего, это видео выйдет до того, как я их подарю. Буду играть сейчас немного в опасную игру. Я сейчас тут раскладываю подарки, что кому. Я просто хочу показать часть вещей, которые я считаю миленькими или что-то типа такого. Посмотрите на эту маску. Это корейская маска, и она сделана в виде их йогуртов таких. Если получится, то на новогодней вечеринке мы все будем делать масочки. Если нет, то я не знаю что. Нам бы просто сделать хотя бы общую совместную фотографию. Было бы неплохо на самом деле. Еще в Золотом Яблоке, когда я была там последний раз, я купила вот такие вот аромамасла. От них пахнет травами. Я надеюсь, что я не ошиблась с тем, что я их купила. Тут 6 таких пробирочек. Вот так вот они выглядят. Лаванда. Я пока запаковала 2 подарка, и я открываю новую декоративную бумагу. Она очень красивая и такая приятная на ощупь. Сейчас я буду упаковывать уже 3-й подарок. Я закончила упаковывать подарки. Смотрите, в этом году у меня очень красиво получилось их упаковать. Вот этот получился самым красивым, мне кажется. Он просто идеальный. И так как это видео последнее, которое я выложу в этом году, то я решила поделиться с вами своими планами на 2022 год и тем, получилось ли у меня их осуществить или нет. Я в начале 2022 года написала в заметках у себя на телефоне список планов. Я не стала называть это громким словом «цели», потому что, как сказала одна моя подруга, цель — это что-то, что обязывает очень сильно. А планы — это то, что ты хочешь сделать, но если не получится, то все окей будет. Теперь давайте здесь поставим галочки над тем, что я сделала. Удалить родинку около носа. Я не удалила ее, потому что я не считаю это прям чем-то супер необходимым. Если я захочу это сделать, и когда у меня появятся деньги на осуществление этого, то я, скорее всего, удалю эту родинку. Но пока я не уверена. Переходим к следующему пункту. Слетать за границу.
Черт, я думала, у меня будет больше пунктов, которые я сделала. В этом году я не была за границей, потому что мы все знаем ситуацию. Хоть я не была за границей, но у меня была замечательная летняя поездка. Я была в Санкт-Петербурге и в Нижнем Новгороде вместе с друзьями. Мне было очень весело. Это немного неловкий пункт. Сделать тело, если не мечты, то хотя бы желаемое. Я стала близка к этой цели. Да, я могу сказать, что в течение этого года я работала над своими физическими способностями. У меня стало намного больше мышц, тело стало более подтянутым. И я сейчас, в принципе, довольна тем, как оно выглядит. Потому что после карантина моя самооценка и моя собственная оценка моего тела, она резко снизилась. Но сейчас все пришло в норму. И в 23-м году я буду продолжать работать. Составить классный гардероб, где вещи будут супер сочетаться и показывать тебя. Формулировка опять-таки странная, но я ее понимаю и надеюсь, что вы ее понимаете. В этом году я также составила для себя базовый гардероб. Я стала лучше разбираться в том, что сочетается между собой. И я могу сказать, что этот пункт я тоже выполнила. Продолжать развиваться в танцах. Ну, определенно точно да. Побывать на концерте. Это такой грустный смайлик, знаете. Он просто вот такой вот. Побывать на концерте. Не была я на концерте. Устроиться на работу, найти надежный источник дохода. Попробовать вести регулярный Инстаграм. Я пыталась, и я даже не знаю, регулярно я его точно не веду. Знаете, бывает так, что я веду его активно месяц, и потом на месяц оттуда пропадаю. Так что 50 на 50, но я, наверное, не поставлю здесь галочку, потому что цель не выполнена. И попробую записывать влоги на YouTube. Ура! Честно, тут 9 целей, из них выполнено только 4. Я думала, я выполнила почти все. Знаете, в моей голове как-то эти цели по-другому выглядели, что ли? Даже если я не выполнила все свои планы, все свои цели, я не буду расстраиваться, потому что я провела этот год хорошо. Надеюсь, что следующий год будет еще лучше. Я уже написала списочек планов на 2023 год. Его не буду пока показывать. Скорее всего, я его покажу также в конце 2023 года, подведу итоги. Вы знаете, я очень рада, что я завела YouTube-канал, на который я регулярно выкладываю видео. Хоть они пока не набирают много просмотров, мне нравится это делать. Поэтому я буду продолжать в 2023 году. Хотелось бы сказать спасибо большое вам за то, что смотрите видео. Я правда люблю сидеть перед кольцевой лампой и телефоном и разговаривать. Думаю, что это видео выйдет 31 декабря, поэтому поздравляю всех с наступающим или с наступившим Новым годом. И увидимся с вами уже в 2023 году. Всем спасибо за просмотр. Пока-пока. Не забудьте подписаться на канал, пожалуйста, и поставить лайк. А также прокомментируйте это видео. Все, пока-пока.